What are you doing? Finishing something that should have been done a long time ago. Well, stop it! You're tampering with things you know nothing about. Right back at you, jackass. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Dead Space 3. Ого, куда мы пришли? Так, у нас здесь какие-то модификаторы. Это все так. О, два стрельба, два урона, это круто. Это круто. Вау. Ох ты, лучики. То есть это древние, так сказать. А, ну похоже, я догадываюсь, что это за фигня. Мы ее крутить не можем, нет? Вообще надо бы крутить ее как-то. Как-то надо ее покрутить, чтобы соединить. Наверное, это та же система, что и у обычных контактов. Используйте кинезис, чтобы вращать крупные объекты на платформе усиления. Ох, как я притянул. Ха, круто. О боже мой. О боже мой. Так, один есть. Одно щупло я уничтожил. Второе тоже. Хорошо. Так, ну где? Я уж хочу тебя сразу перестрелять. Гадость какая-то снизу высовывается. О, нет. Ну только не говорите мне, что мне нужно решать задачку и отбиваться. Ну что, вы издеваетесь надо мной, что ли? На тебе. Ух ты, сколько. Еще один. Да елки-палки. Еще это чувырло там вылезло. Ну что, вы издеваетесь надо мной, что ли? О, нет. Хоть бы замедлил я его. Так, перезарядимся хотя бы. Ну, на тебе, сволочь, а? Взорвать эту штуку, вот так. Да долго они лезть еще будут. Слушайте, это кошмар какой-то. Плюс еще эти щупальцы какие-то гадкие. Не пойми, откуда вообще лезут. Все? Дайте мне задачку-то порешать, спокойно, не нервничая. Все. Я думаю, все. Я думаю, успокоились. Все, теперь я могу заняться задачкой. Спасибо всем. Фу, ни на секунду расслабиться не дают. Итак, а нам нужно соединить, значит, одно, так сказать, с другим. Так, здесь у нас вилки соединены. Здесь нужно добавить палочку. А у нее есть палочка? У нее палочки-то нет, по-моему, да? Хорошо, у нее только вилка, ложка. Ладно. Так, тогда крутанем эту штуку. Ага, вот так соединится. Теперь крутанем эту штуку. Так, отлично, эти все законнектились. И последняя вроде там должна еще законнектиться. Да, отлично. Сейчас мы ее повернем. И как раз это будет последним соединением. Написано удерживать. Я не знаю зачем. Удерживать не нужно. Они сами докручиваются. Отлично, еще немножко, и мы починим эту машину. Итак, мы нашли еще один артефакт. Давайте почитаем.
Что тут пишут? Маловероятно, чтобы столь высокоразвитая раса продолжала оставаться на одной планете. Более того, имеются данные, что их империя распространилась по вселенной и охватила множество звездных систем. Судя по всему, перед тем, как они взялись за обелиски, их цивилизация была в триллионы раз могущественнее. И, вероятно, в этом все дело. Дайте цивилизации добиться процветания и разрасти численность настолько, чтобы она израсходовала все ресурсы и уже не могла себя поддерживать. И можете смело прийти в этот мир, чтобы покорить его. Да, да, мы разрастаемся, но, конечно, не настолько, как они, видимо. Потому что эти разрослись настолько, что заняли просто невероятное количество планет. Ну что же, давайте наконец-то уже вставим этот кодекс и посмотрим, что будет. Мы отправляемся в самое сердце машины. О да. О, да. Итак, нам, по-моему, осталось, насколько я понял, еще кое-что исправить. Какой-то один элемент. Открылся у нас еще один проход. И мы починим машину. Мы все-таки ее починим. Конечно, интересно узнать, чем это все обернется, потому что, да, с таким сюжетом хорошего конца не жди. Итак, у нас тут опять какие-то монстры гадкие лазают. Но я постараюсь, в общем, быстрее это местечко пройти. Это не монстр, это мина просто на стене была. А я затупил и не заметил ее. Так, давайте мелкие аптечки все съедим. Ага, все, отлично. Well, you've successfully turned the city into a giant pretzel. Now what? The Serrano's right. I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. What happens then? Hey, I work on spaceships, not alien machines, right? Понятно. Надеюсь, нам нужно как раз туда. Да, нам нужно как раз туда. И мы отправляемся в новый полет. Да, шикарно. Вниз, вниз, вниз. Не попасть-то вот, кстати, под этих монстриков поганеньких, которые тут в воздухе воспаряют. О, ничего, прошли аккуратненько, на огромной скорости и, преодолевая сверхзвук, приземляемся. Ну, это, конечно, я переборщил. Немножечко. Так, что же нам еще осталось починить, сделать? По-моему, нам осталось зайти в другую дверь. Что это у нас тут лежит? Металлолом. Пригодится. Все в хозяйстве пригодится. Так, куда тут у нас? Ага, сюда. Тут, наверное, еще один проход. Еще одну дверку. И там, наверное, еще одна задачка какая-нибудь будет. И дальше мы уже починим машину, откроем ее. Вот это будет интересно. This isn't the way, Isaac. There is a future for you, for all of us. Leave me alone, Danik. You can see them again, Isaac. Everyone you've lost along the way. It's a future with no regrets. I have no regrets, Danik. One way or another, this will all be over soon. Isaac! Да, именно так. Все правильно, Айзек. Так или иначе, ты говнюк, так и останешься говнюком. А у нас другого пути уже нету. Странно, что эта дверка так спокойно открылась. Может быть, я уже честно запутался, откуда мы пришли, куда мы идем. Да, мы отсюда пришли. И мы возвращаемся назад. Долго-долго-долго возвращаемся назад. О, боже ты мой! Мерзость проклятая, тварь. Уродливая сволочь. И она не одна, и она совсем не одна. Маленькая мерзость сопровождает большую мерзость. Конечно, а как же без этого? Ну иди сюда, тварь. Иди сюда.
Ничто меня уже не пугает после... О, боже мой, вот эта мелочь мне не нравится совсем. Давайте, уроды мелкие, твари. Ах, ёлки-палки! Мелочь вот эта пузатая, а? Ползает здесь. Сволочь, еще одна. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, стоп. Стоять! Кинезис-модули мои! Да, моя награда и моя отрада. Ну, тварюга, давай. Давай, тварь. Еще одна целая куча этих мерзавцев идет прямо сюда. Стоять, ждать, пока мина взорвется. Я сказал. Сдохни. Фух. О, да. Неплохо. Нет, еще один. Да вы издеваетесь. Тут надо бы сказать... О, камон! Что он там, выпускает свою дрянь опять? Свою мелочишку эту? Ну да. Все. Нет, конечно. Куда там все? О, вот теперь все. Стазисная батарея, нет, спасибо. Еще одна стазисная батарея. Нет, спасибо. Талом, гель. Ох, сколько нам тут всего накидало. Здоровяки. Ну, безусловно, здоровяков должна быть и добыча здоровяцкая. Ух ты, две средние аптечки прям в рядок легли. Неплохо. Совсем неплохо. Так, я правильно иду? Да, я иду правильно. Ну, открывайся. И да, мы возвращаемся назад. Наверное, да, я так и думал. Мы вернемся сейчас, и потом вот эти вот веточки, которые мы туда-сюда двигали, мы по другой схеме поставим, и уже совсем отправимся в другую, так сказать, часть. Да, эти, конечно, здоровенные инопланетные. Все, представляете, сколько им жрать нужно было? Ох, ё-моё, не напасешься. Это нам-то вроде много, получается, нужно. А им-то тем более. О, подождите-ка, кто это тут стреляет? А, это вы, ребят. Знаете что, я оставлю вас наедине. Мне все равно наверх нужно. О, аптечка еще здесь добавок. Все, пока. Пока, друзья. Давайте маленькую аптечку возьмем. Как вы там? Веселитесь? О, да, я чувствую, на полную катушку зарядились. Итак, давайте поставим рисунок по-другому. Как у нас сейчас стоит? Ага, теперь перекрестим. Это так. Это так. А эти, похоже, вниз, да? Нет, нет, вверх, вверх, вверх. Да, вот так вот. Вот. Да, и еще один, так сказать, слот для кодекса открылся, новенький. Ну что, давайте вставим, перенаправим этот поток в другое место. Куда он нас приведет? Да, красота. Ну, пойдемте смотреть. Ух ты! Нет. Да, подкрепление твое прибыло. Ну, посмотрим, на что способно твое никчемное подкрепление. Слушай, такое чувство, что они меня тут ждали. Наверное, они меня тут и ждали, правда. Ох, знаете что, не хочу я что-то с ними разбираться, честное слово. Вообще никакого желания нет. Да куда ты лезешь, скоростной засранец? Все.
Теперь можно и полететь. You're heading to the machine. And when you get there, I'll be waiting. Ах ты старый кусок дерьма. Мало того, что у нас обалденная радость, Элли жива, так он еще ее и схватил. Вот говнюк. Так, ну-ка, вот теперь... Слушайте, ну отлично, отлично, Элли жива. Что может быть лучше? Кто там опять? Да на тебе. Все, ничего ты нам не сделаешь. Элли жива, отлично просто. Просто превосходно. Так, никого тут нету. Ладно, хрен с ними. Куда нам идти-то опять нужно, я не понимаю. Мы в другом месте или все в том же самом? По-моему, в другом. Но... Ну, конечно, вот я тебя и не заметил. Ох! О-ха-ха-ха-ха, откинуть гранату, да, что может быть круче? Ну-ка, замри. Замри и ты. Я в него стреляю, у него эта банка как будто из головы вылетает. Забавно. Так, надо бы нам аптечек будет для конца, для последней битвы, так сказать, набрать побольше. А пока что ничего, пока что все нормально. Ну давай, открывай уже дверь. Они тут все за нас уже пооткрывали, тем лучше. О боже мой, это еще что? Три рецептикла, три статуи, три маркинги. Что это финальный шаг? Это задачка? Ну... А, я понял. Так, нам нужно найти какие-то три модуля, которые нужно сюда вставить. Да, понятно все. Все мне понятно. Модуль отсюда один. Граната или... О нет, это же этот псих долбанный. Долбанные суицидники. Не атаковать вам меня. Охренеть, они еще тут суицидников держат. У них что там, спецотряд такой? Пацаны, ну как дела? Да, сегодня решил что-то руки не мыть, все равно сегодня умру. Так что ли у вас все это происходит? У них там специальное отделение, да, есть? Суицидничков. Да куда он на меня-то бежит? Я не понимаю, ему что? Надо до меня именно добраться? Это сволочь еще мне в спину стреляет. Куда ты идешь? Без головы останешься. Сказал, без головы останетесь. Все? Вот так-то. Так-то лучше. Так, еще одна рази... Нет, еще кто-то там у нас. Все? Вот теперь вроде все. Ладно, подлечимся. О, обоим-то нападало. Обоим нападало дофига. Либо аптечки, что ли, повыпадали. Ну ладно, в принципе, я пока не особо бедствую по аптечковому параметру. Поэтому... Ой, стазис этот дурацкий поднял. Мешаться только будет мне теперь. Чья-то нога. Это я тут покуролесил неплохо. Так, давайте... ну, я сначала вытащу, конечно, эту ерундень. И давайте к станочку подойдем. Посмотрим, что у нас тут, чего у нас набрано, чего у нас нет. Два бота разгрузим. Чуть-чуть принесли там совсем. Полупроводников очень мало, действительно. Вряд ли на что-то нам хватит, конечно. Хотя вот дротикомет мы можем все-таки сделать. Классика. Так, 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 болострел. Ну, это стандартная у нас тема, этот болострел. Миллионер. О, прерыватель. Порвет насмерть. Гальванизатор и криогенный факел. А, так мы же это делали.
Ну и нафиг. Мы это уже делали. Если только дротикомет сделать, давайте я посмотрю, может, на что-нибудь крутое накопим. Вот, я думаю, может быть, мы все-таки накопим на что-нибудь крутое. Но боюсь, что уже к этому времени игра у нас кончится. Хотя, кто знает, ладно. Будем надеяться на лучшее, как всегда. Будем надеяться на лучшее. Что нам еще, собственно, остается? Так, 3 батарейки я туда закинул. Сейчас мы их вставим как нужно. И что-нибудь откроется. Какая-нибудь дверка. Так. Это в центр. Ну давай, вставляйся. А, одна есть. Это куда? Это сама вставилась. Прям мне даже ничего делать не нужно. Ладно. Alright, Carver. Another door just opened up. We gotta be close to the control center for the Codex. We've done everything else Serrano said to do. I'm heading in. И тут, смотрите, ящички разложены. Как будто Серано и тут был, его люди. Давайте послушаем сообщение. Well, I've gone and busted my knee open. I suppose the Codex is in Mahad's hand by now. And this place is about to be buried. Like everywhere else. I remember telling my college professor I wanted to study xenoarchaeology. He laughed right in my face. There's nothing to study, he said. It's all dead space. No alien life exists out in the universe. In a way, I guess he was right. There is no life beyond our system. Only a trail of extinction wrought by the moon. And now, it's right on our doorstep. Well, above us lies the means of turning off the machine, but also the means to complete it. Turning it off would finish our species. Completing it would save us. I had hoped to be here to witness the saving part. It would have been spectacular to witness the moon getting pulled into the planet and crushed to oblivion. A final act by the natives. A sacrifice to save us all. But now, I must rest. Perhaps Tim will be along soon with the Codex. Итак, мы наконец-то узнали, что происходило тогда в самой-самой первой нашей заставке, когда мы играли за Тима. Мы как раз ходили за этим кодексом. И еще тогда, 200 лет назад, доктор, о боже мой, хотел включить машину, дабы всех спасти и уничтожить эту луну ужасную. Но, конечно, ему опять не дали. Махат все уничтожил, все разнес. И ведь даже Серано не был, так сказать, против того, чтобы уничтожение и все прочее. Что-то я не вовремя, по-моему, замедлил ее. Ну ладно. Да, не вовремя я замедлил, очень не вовремя. Он был, так сказать, смирился с этим. С тем, что все уничтожит, от этого места ничего не останется. Но, по крайней мере, он принесет спасение. Но даже это не дали ему сделать. Проклятый Махат. Не зря он мне не нравился с самого начала, да? Боже мой, кому он нравился вообще? Такой он добрячок. Любишь свою маму и папу, сынок? Как всегда крутые генералы называют своих подопечных, сынок. Так, ага. Теперь здесь загорается. Что это за огонь вообще такой странный? Ладно, это еще ладно, честно сказать. Что угодно можно проглотить, кроме самопадающих камней, самообрывающихся камней, когда Айзек приближается к горе. Вообще, он только начинает подходить к горе, там сразу все дрожать начинает. Как, не знаю, как в мультике в каком-нибудь. Итак, мы добрались доверху, и вот она, машина.
Ну что ж, дорогие друзья, смотрю я, что время у нас затянулось, а конец совсем близок. Оставим это напоследок. А на этом я заканчиваю свою часть прохождения по игре Dead Space. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.